все включено. Поэтому давайте с вами включим фонарики, чтобы посмотреть случай в темном переулке. О, это же директор НТВ! Идем дальше. Любой ларек в день ВДВ. Есть сигареты! А если я скажу «да», вы мой ларечек обратно перевернете? Молодой человек, извините, пожалуйста, вы как бы украли мороженое. Нет, ну если не хотите, ну мы же в день милиции не воруем. Необычная ситуация на одной из улиц Москвы. Молодой человек, а вы в Бога верите? А, ну да, естественно, какой-то... А может, благовоньку? А какая там благовонька? Да? Следующая ситуация произошла в аэропорту. Билет до Мексики. Вы против чемодан? Так что у вас в чемодане? Ничего, в животе, наверное, будет литка. Позовите милицию. Так открывайте чемодан. Может, не надо? Открывайте, открывайте. Открой. Катя, возьми телефон. Ой, чувствую, пропадет ваш чемодан. Ну вы погорячились, мы погорячились, чувствуем. Извините, празднуйте, с праздником. Представьте, Лос-Анджелес, особняк известного рэпера Snoop Dogg. Вау, 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 йиппи-йоу, йиппи-йей. Яу. Hello, I come to my best friend Snoop. My name is Timothy. Snoop! Яу. It's a postman! Чё, почтальон? Не-не-не-не. I'm no postman. I'm Russian Black Star. Цени. That's my shit! Вау, 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 вау. Йиппи-йоу, йиппи-йей. Hello, I'm a postman. Come in, Тимати умный. Встречайте, уже знакомые вам персонажи. Школьный выпускной Ивановой и Моргунова. Иванова! Чё? Да спится. Я сама не сделал. Помнишь, да? Нет. Это Иванова. Иванова, смотри, какие звезды. Видишь, большая яркая звезда. Ага. Это ты. А видишь, маленькая тусклая падает и разбивается. Это твой Степанов после выпускного. Так ты привязался к этому Степанову, Моргунов. Ну а чё он мутит с тобой постоянно? Иванова, видишь шрам? Ну? Ты со Степановым за тебя дрался. О. А вот это видишь шрам? Ну? Со Степановым за тебя дрался. О. А это видишь шрам? Ну? Там мне аппендицит вырезали. Степанов твой вырезал! Ты чё привязался к этому Степанову? А? Да ладно тебе, Иванова, я ж тебя 11 лет любил, я даже стихи тебе писал. Да ну. Помню, как-то в 5 классе за косы дергал я тебя. Теперь всю жизнь не отпуская, всегда со мной кусок тебя. Ты где это взял, Моргунов? Ну а что я сделаю, если ты в 5 классе волосистая была такая? А сейчас Хоку. Хоку! Не, сейчас реально Хоку. Хоку! Я не умею писать Хоку. А сейчас серьезно, от души. Твои плечи похожи на якорь. И глаза твои, как ведро. Твои губы, словно бицепсы Тайсона. Твои почки, как две висюльки. Какие висюльки, Моргунов? Ты что понаписал? Я же не видел твои почки. Да ладно, Иванова, пойдем на КВН сходим. А кто выступает? Сердце в вере. Красавчики. Дорогие друзья, вы знаете, мы сегодня съезжали с гостиницы и нечаянно разбили плафон. Нас спросили, кто это сделал, мы сказали Александр Васильевич. И нам за это ничего не было. Александр Васильевич... А можно мы сегодня на рынке арбуз украдем?